sticks on the second hand to New Year's resolutions. And there's just no question what this man should do. Take all the time lost, all the days that I cost. Take what I took and give it back to you. Церемонии бракосочетания Жданова Андрея Витальевича и Холмогорова Татьяны. Уважаемые Андрей и Татьяна, сегодня в вашей жизни наступил особенный день. Светлый радостный праздник, наполненный красотой и гармонией. И лишь несколько минут отделяет ваши сердца от того, чтобы соединиться навеки. Чтобы на долгие годы стать единым целым, семьей. В этот полный приятных волнений, переживаний для вас день перед государственной регистрацией брака. Прошу ответить, является ли ваше желание стать супругами взаимным, свободным и искренним? Готовы ли вы взять ответственность за счастье любимого человека? Прошу ответить вас, Андрей. Готов. Прошу ответить вас, Татьяна. Да. Ваше взаимное желание и согласие в соответствии с семейным кодексом Российской Федерации дает мне право зарегистрировать ваш брак. Приглашаю подтвердить данный вами ответ подписью в записи акта о заключении брака. Thank you.
Уважаемые наши молодожены, давайте еще раз поаплодируем ребятам, они такие классные у нас сегодня. Давайте громко, не жалеем. Сейчас, по старой русской традиции, мы вас встречаем хлебом и солью. И сейчас первое для вас испытание, кто больше откусит, тот и будет хозяином в доме. Папа. Поэтому руки за спину. И одновременно откусываем. А мы поддерживаем Андрея и Талию. Кто за кого болеет? Поехали! Доча, а ну грызни! Так, не ешь, подожди, не ешь, не ешь. Я сейчас расскажу. Расскажу. Оторви, пожалуйста, кусочек. Оторви маленький кусочек, пожалуйста. Ребят, теперь у вас есть последняя возможность. Андрей, все нормально? Хорошо? Я просто спросить. Ну, не расстраивайся так. Проиграл и проиграл. Какая разница? Чего это? Сейчас я весь хотел унести. Последнее испытание. Последнее испытание. Последняя возможность осолить друг другу. Поэтому прямо сейчас опускаем кусочек каравая в соль. Прям не жалеем. Да. Сильнее. Сильнее, сильнее. И друг друга на брудершафт под наши аплодисменты кормим. Запили шампанское. Естественно, да, как правильно говорит папа, запиваем шампанское. Под ваши аплодисменты! Теперь мы просим тех, кто у нас в зоне опасности, потому что мы сейчас будем разбивать бокалы, сделать шаг, пожалуйста, назад. Нет, а может и не делать. Это надо выпить, да. А вдруг поймать? Обычно жених помогает невесте допивать шампанское. Делаем наоборот. У нас наоборот. Кто больше съел, тот и это сам. Ну, конечно, да. Кто больше выпить, должен.
когда есть должны, да? Да, для, пока караваль дойдите, не пропадем в ресторан, естественно. Не сдвинется с места. Можно поддержать ребята, как они быстрее выпьют. Нет, 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 надо пить. Надо пусто. И теперь на счет три, через левое плечо, на счастье. Левое? В лоб, товарищ. Итак, раз. А кто дальше кинет, есть правила? Нет, таких правил нет. Это ли конкурс? Все, конкурс закончились. Андрюха, вот окно. Просто, просто разбить. Итак, на счет три. Раз, два, три. Ура! Аплодисменты, ребята. Друзья, ну и радостная новость. Мы наконец-то можем проходить в ресторан. Спасибо всем. И следующее хочу обратиться к Тане. Поздравляю тебя, Таня. И с таким волнением передаю, я сейчас говорю от своего имени, потом Дина скажет от своего. Передаю своего единственного любимого сына в твои заботливые нежные ручки. Надеюсь, что ему рядом с тобой, вместе с тобой будет очень-очень хорошо. Я, ну, стандартные фразы, вы сегодня много очень слышали, там, счастье, какой ответственный день у вас и так далее. Ну и мне хотелось бы сейчас, вот в этот переломный период, вот этот момент, когда Андрей уже полностью по всем стандартам стал настоящим мужчином, женатым. И вот у меня осталось несколько, может быть, мгновений, чтобы еще ему на этом этапе сказать все, что я ему не сказал до этого. И научить его, как жить в семье, как уважать и так далее друг друга. Самое главное, что я хочу вот сейчас передать ему и тебе, Таня, вот это ваша печать в паспортах, там ваши росписи, этих документов, ни в коем случае не дают права считать вам, одному считать собственностью один другого, что ты мой, я твой, что ты моя собственность. Делай, как я. Значит, самое главное, ну, в семье это компромисс. И самое трудное, главное, и самое трудное искусство вот, жить вместе, жить, именно, что называется, душа в душу. Поэтому развивайте свои души, ищите счастье внутри себя и обменивайтесь этим счастьем друг друга. Я вас поздравляю и надеюсь, что уверен, что у вас все будет прекрасно. Ура! Я от себя хочу добавить, что я очень рада за вас, рада, что Андрюша сделал такой выбор. Таню я уже люблю как свою родную. Вот, и желаю вам любите друг друга, уважайте личность друг друга. Не надо большого значения придавать мелочам, помните о главном. Любите друг друга. Спасибо.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Аплодисменты, ребята. Родные мои, золотые, прекрасные. Андрюх, я тебе честно говорю, ты знаешь, как сердце немножко оторвать кусочек. Это моя дочь. Я ей дал имя Татьяна. Это мое любимое имя. Самое любимое. И поэтому она и Татьяна есть. Нет, я, конечно, хотел бы, чтобы жена была Татьяна. Но, увы, она была Лидия. Но тогда дочь была Татьяна. Я вам желаю всего самого наилучшего, всего самого прекрасного. Что можно пожелать еще вам? Я дед в квадрате, я хотел бы стать дедом в кубе, и затем дедом еще в четвертой степени, в пятой, в шестой, в седьмой и восьмой. Поэтому, родные мои, всего вам самого наилучшего, самое главное здоровье. Самого любимого. Желаю от всего, 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 всего сердца. Ну, а мама, наверное, скажет еще вопрос. Дорогие Таня, Андрюша. Спасибо, мы нас собрали сегодня по такому торжественному случаю. Я очень рада, что Таня встретила Андрея, что Андрей сделал выбор, и вы сегодня женитесь. Рада сегодня видеть наших гостей, которые собрались по этому поводу. Очень рада познакомиться с гостями жениха. Родителей я уже знаю, очень приятные люди. Я счастлива, что моя дочь попадает в такую семью. Я надеюсь, что у вас будет все хорошо. Вот это серьезно. И судя по сегодняшнему шуточному конкурсу, который вы проходили, я думаю, что так оно и будет, потому что у вас уже много между собой согласия. Дай Бог, чтобы вы принесли свою любовь через всю свою жизнь, чтобы в вашем доме было уютно, чтобы у вас были какие-то маленькие радости, какие-то радостные события. Я вас очень люблю. Всего вам самого хорошего. Горько.